Каждый раз, покидая родной дом, он думает: «А зачем? Зачем он уезжает? Зачем говорит пока родным? Садится в автобус или самолет, куда-то едет, летит, плывет, неважно. Зачем он все это делает?» А селфи ты делаешь с нами? Давай, я сделаю. Покажи. Скинешь потом. Хорошо. Спасибо большое. Может, потому что он travel-блогер и теперь это его работа? Ну, почти работа. За работу обычно платят, а тут... Ладно, не будем об этом. Нет, блогерство тут ни при чем. Это скорее побочный продукт такой деятельности. Логичное занятие для такого стиля жизни. Стиль жизни. Образ жизни. Вечно куда-то уезжать. Не задерживаться на одном месте слишком долго. Вечно в пути, на стрессе. С домом на плечах. До того, как стать блогером, если он им, конечно, уже стал, он так уезжал на учебу в Германию. Первый раз в 17 лет. Уезжает на какое-то длительное время. Проходят недели, месяца, а затем он снова приезжает домой. На неделю, на месяц, на два. Затем все по новой. Все-таки его дом не на Вальдштрассе. В этот раз он понял это окончательно. Дом – это там, где живут родители. Конечно, не для всех. У кого-то нет родителей. Или родителя. У кого-то они есть, но от этого не лучше. Кто-то не общается со своими родителями. В таких случаях понятие дома размывается еще сильнее. Поэтому он старается не обобщать. Где там у кого чьи дома, он не знает. Но его дом – это Одесса. Там, где живут его родители, бабушка и две очень странные собаки. Но сейчас он почему-то не дома. Он в Армении. В городе, который ему пока что очень нравится. Он себя чувствует здесь почти как дома. Гостеприимный народ, уютная атмосфера, вкусная еда. Сколько он тут пробудет? Что произойдет за следующие дни? Куда поедет дальше? Ни на один из этих вопросов ответа он не знает. Ему кажется, что и не должен знать. Это делает его жизнь насыщенной. Немного пугающей, но насыщенной. Путешествовать, снимать и знакомиться с интересными людьми. Это то, чем он оправдывает свое пребывание не дома. Путешествовать, снимать и знакомиться с интересными людьми. Это то, из чего состоит его жизнь в августе 2021 года.